Ну что ж, посмотрим, какие новые тачки нам здесь могут предоставить. Так. Интересно. Стоп, что это у нас? Руф. Окей. Ламборджини. Хаммер даже есть. Так, наверное, ламбу надо купить, потом будет. Хотя. БМВшка тоже ничего. Ладненько, посмотрим. Может, что интересного потом найдется. Так, кстати, наша... Угу. Тачек-то у нас, кстати, больше. Чего, купите базовую машину? А, понял, шутку юмора. Крайслер. То есть можно просто все машинки сразу просмотреть, которые мы здесь имеем, как бы. Nissan Skyline. Кстати говоря... А ну-ка, а ну-ка. Дайте-ка нам на Nissan поглядеть. Ой, как-то колесо в колесе застряло нехорошо. Так. Стриткар, суперкар, все такое. Раллийное и прочее. Не может быть. Ну, я думаю, что есть смысл ее купить. Естественно, за кредиты команды. Отлично. Skyline теперь у нас. И у нас есть возможность купить также все эти машинки. Так. Я думаю, купим мы этот авто. Тюнинг, мастерская, все дела. Так, набор суперкар. Тридцатый уровень. Да, наверное, купим за 18 000. Суперкар приобретен. Отличненько. Так, осталось теперь оборудовать машину. Железо, в принципе, здесь, насколько я понимаю, лучше станет, которое у меня есть. Ведь правильно же. Ну да, вроде бы все лучше. Отлично. Отлично, отлично. Даже есть кое-что получше, чем у меня. А, так, давайте-ка изменим бампер. Честно говоря, мне никакой из этих бамперов не понравился. Ага, купить новый капот. Так, ладно. Это все подозрительно похоже. Ладненько. Так, заднее крыло тоже. Порожки. Тоже как-то ни о чем. Спойлер. Ну, спойлер, наверное, только есть смысл поменять, а его менять нельзя. Круто. Действительно очень скудное у машин изменение. Даже как-то обидно. Посмотрим, что у нас есть из красок. Из красок мы, наверное, в этот раз возьмем какой-нибудь синий цвет. Купить, да, наклеечки мы возьмем. Даже не знаю, черепа, черти и прочая фигня. Так, где-то... Где-то здесь должна была быть... Наклейка одна. Сейчас мы попробуем ее найти.
Ну да, она, конечно же, не во флагах. Кстати, почему-то нельзя, наверное, в то ставить эти наклеечки. Почему-то недоступно для этой машины. Хреново, скажу я вам, друзья мои. Так. Тут, кстати, ничего так. Я думаю, я поставлю вот эту. Наверное. Да. А, салончик. Быстренько пробежимся, посмотрим, что у него там есть в салоне. Быстренько. Изменяем салон под белый цвет. Отлично. А все остальное, я думаю, можно и так оставить. Все, машинка готова. Да, покинуть мастерскую. Ну что ж, давайте опробуем. Я проверила Роксану. Она говорит правду. Так что теперь она в команде. Такой человек нам пригодится. Хорошо. Одно неверное движение, и я все бросаю. Но пока работаем по ее плану. Выясни пути перевозки контрабанды. Это поможет выйти на Коберна и Бритву. Новые задания на карте. Вот, насколько я понял, то дергание камеры, я, конечно, не знаю на 100%, было из-за того, что была включена динамика камеры внутри машины. Как это связано, сложно сказать, но походу это было связано. Ладно, машина вроде себя ведет, как вы видите, довольно неплохо. При изменении вида, так сказать, резкого более или менее. Допустим, даже вот так вот камера особо не трясется, да? Это значит, что все, в принципе, починено, наверное, а может и нет. Ладно, мы находимся в Майами, нам в любом случае ехать далеко до наших вот этих вот заданий. Поэтому давайте перемещаться уже к ним напрямую. Так, умение скорость. А вот давайте-ка. Давайте-ка попробуем. Вот, надо будет потом попробовать еще. Привет, Чика. Алита, как дела? Хорошо. Твоя девушка попросила меня устроить тебе встречу с местной верхушкой. Она не моя. Неважно, продолжай. Это твоя первая встреча с крутыми. Произведи впечатление. Кидаю координаты. Вот, нам нужно тупо оставаться в пределах трассы, ну и при этом, естественно, чем быстрее мы проедем, тем лучше будет. Естественно, надо делать это более или менее аккуратно. Я думаю, что мы, скорее всего, набьем здесь, ну, как минимум, серебро. Но, походу, даже выйдем, видите, на золото. Оп. Тебе надо набраться опыта перед следующим заданием. Вот видите, как нам кричат прям в ухо, что нам опыта не хватает. В общем, поднять уровень машины и самих себя, и когда мы сможем на задание на некоторые поехать, на которые сейчас не сможем попасть. Но вот на вот это мы, в принципе, можем попасть. Как кое-кто заметил, наша девушка попросила. Будем сейчас пробовать туда доехать. Так, сейчас мы по встречке едем. Отлично. Почти доехали до задания. Ой-ой-ой, что-то я его как-то не посмотрел, проехал мимо. Ну что ж, вот наше задание в одиночку. Быструю игру я сейчас делать не буду по причине того, что, опять же, долго искать. И я, скорее всего, буду просто проходить очень быстро сейчас стараться миссии и потом уже. Алекс, ребята из 5-10 скоро будут. Без них наш план не сработает. Ты же теперь V4, не забыл? Рады видеть в наших краях. Хочешь прокатиться? Само собой. Пошли.
3, 2, 1. Поехали. Покажи им, на что способен V4. Ну, я пока сам не знаю, на что способен V4, но надеюсь, мы им покажем действительно. А пока что будем проезжать потихоньку, обгоняя первого, второго, третьего и так далее по списку. Так. Ладненько. Ой, как нехорошо получилось. Ладно, ей между машины. Я надеюсь, у нас так будет чуть больше шансов. Ну, в каком-то смысле, да, чуть больше, в каком-то чуть меньше. В любом смысле, шансы у нас есть. Так. Тихо. Тихо. Выровнялись на втором месте, пока все хорошо. Пока идем нормально. Так, какой-то вертолет там висит над ориентиром. О, вертолет переносит огромную трубу. Надеюсь, она на нас не упадет, иначе это было бы обидно. Да, вертолет сместился куда-то в бок, а мы сместились куда-то влево. Так, трубы, соперники. В общем, чего здесь только нету, чего мы только не встречаем. Продолжаем ехать. Нас типа поздравили с тем, что мы вырвались вперед. Ну, знаете, это так. Поздравление какое-то не очень счастливое было. Так. Алекс, когда победишь, спроси этих парней про Дарь. Она скрывается где-то среди местных 5-10. Хорошо. Нехорошая была авария. Ну да ладно, продолжаем езду. Продолжаем разговор. Так. Ну, лучше съехать с трассы, чем врезаться в машину, не так ли, ребята? Поэтому будем потихонечку срезать. Надеюсь, вот так достаточно нормально я срезал. Да ладно. Все-таки чем хорош Nissan, тем, что он более хорошо управляемый и хорошо вписывается в повороты различного типа. И это классно. Так, финиш. Финишная прямая, друзья мои. Готово. Задание выполнено. Получаем 37 уровень. Я пропускаю все это дело. Получили бронзу, плюс 3, установить, естественно, машину. Все, возвращение в свободный режим. А ты хорош! Метка не лжет. Я ищу девушку из здешних 5-10. Дарья, знаете такую? Не, но я поспрашиваю. Ну как-то вот так вот мы потихонечку будем проходить сейчас все миссии, желательно даже, знаете, вот давайте сразу прыгать прямо к ним, я быстро их постараюсь максимально пройти, и тогда уже все остальное будем делать. Так, давайте пригласим, кстати, нашего веселого знакомого, где он у нас там, командный список. Давай, иди сюда. Ой, тихо. Так, раз пригласили. Ждем, в общем, пока он присоединится. Ну, если он присоединится, я, в принципе, его пригласил. Сейчас, а там он уже сам будет смотреть. Так, пока что давайте, знаете как? Давайте мы с вами... Вот он согласился, отлично. Мы с вами сейчас попробуем проехать до... миссии. Так, вот до той, которая вдалеке мерцает у нас. Алекс, у нас появился первый заказ. Нужно забрать со склада полиции груз для какой-то шишки из 5-10.
Координаты я скинула. А вот, а значит, нам нужно будет сейчас добраться вот до той миссии. Насколько я понимаю. В общем, едем. О, попутно задание надо попетлять. Ох, как же мне тут прилетело-то. Как же мне тут весело пролетело. Ладно. Пробуем, тем не менее, набрать хотя бы там серебро. Не знаю, но вряд ли у нас это правда получится. Я это уже даже вижу. Ну, хотя бы бронза, и то хорошо. Дает плюс 3, отлично. Устанавливаем, ставим, все круто. Продолжить. Нас остановили опять. Ненавижу эту штуку, но да ладно. Наш друг меняет машинку. Так, а, стоп, мы туда едем вообще? Куда мы там едем-то? Да, сюда мы едем. Быстрое перемещение. Итак, нам сменили тачку, естественно. Будем надеяться, что мы придем, как говорится, вовремя. Алекс, пришло время ралли. Заберешь груз на точке посреди бездорожья. Поторопись, время поджимает. Что это за груз? Похоже, это что-то, что он хотел припрятать получше. Чтобы успеть в срок. Нам это важно, Алекс. Понял, сделаем. Насколько могу, по крайней мере, буду держаться. А опять же, помним, что наш союзник уже давно прокачался. И, собственно, он выше нас по уровню. Соответственно, его тачка выше нас по уровню. И мощнее, и все такое, и все дела. Но будем надеяться, что он нас не кинет и даст таки нормально заработать золото. Хотя я на самом деле даже не знаю, чего она дается. В принципе-то прыжок. Как машина? Неплохо, учитывая местные условия. Бездорожья, но и копов нет. Оставайся на месте. Да будет так. Итак, продолжаем нашу езду. Напарник тоже рядом. Едем по кустам по всяким. Ну, я думаю, что до места нашей, собственно, встречи мы доберемся туда, куда нам надо. 7 километров осталось по бездорожью. Я думаю, что это вполне себе неплохо. Периодически используем нитро. Союзник вполне себе неплохо едет, но, естественно, шустрее нас. О чем я уже говорил и причину, собственно, называл. То есть, как бы мы ни старались его догнать, если он будет топить, то мы его, естественно, не догоним. Хотя, все зависит от того, как он сам ездит. То есть можно тоже попробовать все-таки его догнать. Также зависит от оптимального маршрута, который мы выберем. Если, например, мы выберем более-менее нормальный маршрут, то можем и доехать, в принципе, довольно быстро. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну вот видите, мы с ним вдвоем напоролись на одни и те же грабли. Но будем надеяться, что такого больше не будет. То есть мы не вписались в поворот, не избавили скорость, подпрыгнули, пролетели, и наши машины в итоге получили небольшие проблемы. Так, ладненько. Слушай, ты же не водитель.
Как ты вообще до этого додумалась? Все дело в правильном подборе данных. Знаешь, что такое регрессионный анализ? Никаких зацепок. Именно. Штука в том, Алекс, что я умная. Очень-очень умная. Ну что ж, срезаем. Ну, думаю, что для нас это небольшая проблема. Машина, правда, у нас нехило так подбрасывает, но мы в целом справляемся с управлением. Я даже очень далеко от моего напарника улетел. В хорошем смысле этого слова. Более правильно, видимо, приземлился или что-то в этом духе. И в итоге проехал вперед. Хотя, по идее, он должен был меня обгонять только так. Вот видите, иногда случается. Хорошо. Еще немного, Алекс. Наш напарник нас ускоряет, прям красавчик, можно сказать. Ох, хорошо, он нас ускорил-то как, а? Ну вот, пришел-таки я к финишу. Отлично, напарник тоже. И это круто. Задание выполнено. 38 уровень. Серебро. На серебро плюс 10 устанавливаем на машину, отлично. Продолжить, ожидание игроков. Возвращение в свободный режим.